Привет, ребята, меня зовут Антон, мы продолжаем играть в The Binding of Isaac Rebirth. И на этот раз у нас новая версия на данный момент самого лучшего мода к игре, в которой изменили персонажа. У нас теперь вот этот товарищ переименован, и у него, насколько я знаю, новые характеристики. Вот такая вот у него страшная оранжевая мошонка на подбородке. Но ничего, это нормально, как бы. Вот, о, это, опа-па-па-па. Вот не люблю я вот этих вот ребяток, которые... стреляется вот этими слезами самонаводящимися. Кстати, вот очечки-то на рентген — это прекрасно. Это великолепно просто. Это ого-го, как круто. Иди отсюда, блин. Пришлось, правда, потратить здоровье на этого ублюдка. Ну что, так, ты достала. Все нормально. А, еще что-то, елы-палы. Сожрали столько здоровья, что мам, не горюй. Spider Revenge. Это прекрасно. Конечно же, надо пойти взять очки. Ну, эту штуковину возьмем. Так, что за хрень, а? Вот стреляют, нещадно стреляют же ведь, ублюдки. Воу. Значит, здесь у нас в новой версии, насколько я знаю, новые боссы, новые мобы, новые комнаты. И были изменены глубины. И, как там называется-то, второй вариант. Второй вариант перед мамашей. Не помню. Ну, ладно. В общем, суть вы поняли. Оп. Вот так. Нехорошая, нехорошая троллированная бомба, блин. Чё ж вы тут так близко-то расположились? Это не дело. Это не дело. Ну, вроде урон у нас немножечко повышенный. Нет, нихера он не повышенный. У нас просто слезы красного цвета. Но если не красного цвета, это еще ничего не значит. Ну, хотя бы здоровье нормально. То есть, фактически, у нас персонаж по типу Айзека сделан. Да падла. Вот-вот, фу. Не люблю их. Вот этих самонаводящиеся слезы ублюдочные. Они просто сами выводят меня из себя. Да. Если такое может быть. Тринкетов нету. Ну, конечно же, мы возьмем. Поскольку тринкетов нету. Почему бы и нет? Этот тринкет, он умножает монетки. Допустим, берете в одну монетку, а он бац, и две вам делает. Вот, так что прекрасно. Вот у нас сейчас было 9 монеток, я взял одну монетку и стал 11. Так что, прикольная вещь. Надо задуматься о походе в магазин, который у нас сверху находится. Так, еще одна монетка, и мы можем в него зайти. Правда, я не знаю, что там будет хорошего, интересного. Так, па-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 
Е. Что за сволочизм такой, я не понимаю. А еще одну бомбу, ну, потрачу, почему нет? Ну, не зря. Бомбу потратили, бомбу вернули. Разрежем, что ли, через секретку. Потому что супер секретки мы только что были. Много-много батареек разбросано, блин. Целое просто раздолье для кубика рерола. Ну, одежду монашки обязательно надо брать. Это фактически инвестиция в то, что дальше будет. Лазика брать не стал, потому как вот эта монетка в тринкетах, она нам еще не раз и даже не два приумножит капитал айзиковский. И можно будет в магазинах закупаться очень даже хорошо. Так, вот он, новый босс. Уже. Новый червячок, которого хрен замочишь. Падла. Во-во-во-во-во. Блин, мы так долго будем его валить? Очень долго. Вот, 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 вот. Офигеть, вообще у него толком здоровье даже не сносится. Опасная тварь. Когда он свою эту головку-то, вот он выпустил ее. Ах, блин, это будет долго и больно. Очень долго и очень-очень больно, да. Ой, иди отсюда. Стрелять по нему бесполезно вообще. Вот когда вот хвост у него высовывается, стреляй, не стреляет, без толку. У него броня.
дебильный босс вообще, слушайте. Зачем его сюда поместили, модификацию, я не представляю. Нахрен такой нужен. Все, динамику ломает. Блин, поганый червь. Я начинаю утомляться от этого безобразия. Мы сколько уже тут тусуемся с ним? А снесли ему только 1/4. По факту почти. Тварь, что могу сказать. Я не знаю, как можно его быстро завалить вообще. Это ж как надо все делать. С какой тактикой, какие должны быть предметы для этого дела. Может быть, просто это сейчас вот такой вот недоработанный, и поэтому у него тут вот головка его вылезает довольно редко. Не знаю. Вообще, мне этот босс никогда не нравится, даже в оригинальной его ипостаси. Не крут. Не крут совершенно. Не надо, не плюйся. Он хотя бы предсказуемый относительно, то есть можно понять, каким он будет делать движение. Вот падла. Да, ага, можно понять, каким будет делать движение. Сейчас, все прям поняли. Да ладно. Ой, дебильнейший босс просто, у меня слов нету. А, ну еще вы, да? Ну зашибись. Вот в замкнутом пространстве вас еще не хватало. А! Иди! Нахер! Все! Пипец, блин. Реально начали гопники зажимать. Хотя бы вещички хорошие. Так, это у нас скорострельность. Это у нас слезки. То есть слезы у нас теперь слегка кастомизированные. Это нормально. Это хорошо. Нам надо что-то делать со здоровьем однозначно. Просто обязательно. Так, так, не надо. Опа. Бомбы, да. Бомбы нужны очень сильно. О, да, вот новые мобы. Полюбуйтесь. Прикольно сделаны, кстати, очень. На совесть. Вообще красота. Ух. Это какие-то какашечные зомби были. Только что. Скорее всего, да, если я все правильно понял. Да и куда ты прешь-то? Я к тебе, ты от меня, я к тебе, ты от меня. От тебя ты ко мне. Ты от меня, я к тебе. Бред! Ух. Все. Лечимся. Это хорошая штука, которая нам дает урон за количество монеток. По-моему, называется деньги это сила. Можно было бы бомбами вскрыть ее, но смысл. Но это расстрелять очень просто здесь. А он, кстати, хитрый. А, нет, не хитрый. Оу, это больно было, слушай. Падла. Хорошо. Окей. Что это? Что это за штука? Напишите мне в комментариях. Не очень понятно, потому что... Ой, ну вовремя-то, твою мать. Как раз там был каменный ящик. Хороший каменный ящик. И хрен. Хрен мы его скрыли. Зато потом, когда таблетку использовал, казалось, что это диарея бомбовая. Угу. Козлы. Прекращаем ты, блин. Урон, конечно, у персонажа отстойный. Надо его прокачивать однозначно. Пам-пам-пам-пам. Какашки я трогать не буду, ну их нахрен. Тут можно очень много времени провести в рытье какашек и стать профессионалом в говне. А ну замечательно, да, вообще вот этого босса сюда. Сколько там урон-то? На 1 единичку всего лишь повысился. Неэффективно. Неэффектно и неэффективно. Но сейчас мы их завалим. Да все, прекращай. Так, один готов. Астронавт. В космос полетел.
Сейчас этого тоже отправим туда же. Это чревоугодие поганое. У тебя пузо похоже на женские половые органы. Понял? Вот так. Говнюк. Зомби. Зомби. Зомби, 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 зомби. Они улыбаются. Они улыбаются. Они встречают свою смерть с улыбкой на лице. Молодцы. Хотя бы кто-то правильно реагирует на все, что происходит здесь. Ой, не люблю я тебя, падла. Дрянь. Противный, мерзкий босс. Вообще, фу. Фу, гадина. Иди ты в попу, понял? Вот там тебе дорога. Там тепло. И воняет, правда, но тепло. Так что ты будешь доволен. А-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Куда полетел-то, ты? Рыцарь на метелке. Он все, все катается, ты подумай. Прям как байкер. О, гад. Ты задел меня. Падла. Мразота. Ну, мразота. У меня слов нету. Так, это что, прикол, что ли, с таких врагов начинать-то? Это первый этаж только. Что с вами не так вообще? Вообще тут все охерели. Напрочь. Вот так вот, правильно. Сам себя сжег. Говнюк насекомый. Да. Все. Бомб нету, конечно же. Как всегда, бомб нету, когда они нужны. Что с этим поделаешь? Мне ничего, ни хрена. И опять идти по комнате. Что, Шарм Тирс, говно? Пластырь, который сердечки дают. Так, здесь надо нам урон, короче, повышать себе. С этими пауками тут, блин. Все хп можно растратить. Еще эти харкальни гребаные. Удобства не приносят. Так, мы себе HP улучшили. Книжку брать, не брать. Давай возьмем. Падла, попали. Твари. Твари, зато теперь с помощью батареек можно всякие вещички тут фармить. Неплохо. Но нам нужны бомбы, обязательно. Да что, куда прешь-то, блин? Без очереди идут, ты подумай. Блин, я вам тут устрою коммунизм. На. Ключ? Не откажусь. Ключ — это хорошо. Даже очень. Но твою мать, где бомба? Где хоть одна гребаная бомба? Почему? Они что, вообще отсутствуют, что ли, на первых этажах? Ни одной, вообще. И опять ты. Только ты еще больше. Ёлы-палы, что с тобой-то, блин? Да, это надолго, я чувствую. Пока его завалишь, блин, 100 лет пройдет, наверное, да? Ладно, хотя бы свой жемок уничтожил. Дебил кусок. Ну-ка. Оп. Да хватит, прекращай летать. Мне кажется, что игру сделали намеренно сложнее. Но это прикольно. Это прикольно. Плохо, когда привыкаешь постоянно выигрывать с ней. Стимул исчезает. Ах ты, дрянь. Так, на думаю, здоровья-то нам хватит, чтобы завалить этого ублюдка. Я на это искренне надеюсь. Так. Мухи молодцы, помогают мне. Которые заколдованы были. Шарм Тирс, правда, хрень полная. Раз через раз попадает. Но когда попадает, тогда враги наши начинают наносить урон своим коллегам. Эй.
Он на свою муху харкнул, падла, и на меня теперь. Верблюд гребаный. Эй! 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 Пошел ты. Все. Доикался. Ой, ужас. Самый натуральный. Ну что у нас тут? Опять небось. Ну конечно же, жадности. Ну куда без жадности-то, да? Валить вас надо. Пидорасы. Да короче, пошли вы в жопу, еще буду от вас уворачиваться. Монеток и так толком нету. Еще, блин, запариваться по этому поводу. Просто стрелять по вам, по ублюдкам. Прям в наглую, в упор. Так, один ушлепок готов, сраный. Здоровья-то мало, блин. Здоровья очень мало. Блин, золотые комнаты стали какие-то жесткие вообще. Совсем зверели. Пипец вообще. Урон у нас, ужас. А, еще и вопросы. Да зашибись. Книга секретов, мать его. Ну будем с ней ходить тогда, че? Ты открывай уже. О! О, у нас теперь орел из мух. Великолепно. Ну что, пойдем тогда дальше? Ой, нет. Лучше в другую сторону. О, здрасте. Здрасте, мордастые вы. Ай! Он на нас побежал. Это упырь. Так, ребята, здорово. Спасибо. Правда, конечно, на здоровье, блин. Потратили. Ну и ладно. Ну, чё тут? Слезы. А, понятно. Это аналог карты смерти. Значит, да? Да! Бум-то у нас немного. И это плохо. Это очень-очень сильно печалит меня. Ну чё, как мне теперь подобраться-то к стенке? Ну да, я прав оказался. Ага, зависло, припарковались, да? Молодцы. Парковка, наверное, бесплатная. Они там решили ненадолго задержаться. Грибы трогать, конечно же, не буду. Успел пробежать. А Хагалас водолаз. Че он дает? Я же забыл. По-моему, если проклятие нет, сердечко дает, не? Да нет, нихера он не дает, этот Хагалас твою. Напишите мне в комментариях, я все время забываю, блин. Я помню Джеру, помню. Петру помню. Еще какая-то там хрень, которая сферу дает, тоже помню. Хотя название не помню. Но не больше, не меньше. Да все, сдохни. Плешивая тварь. О, спасибо, секретку открыл. Причем в том месте, в котором я вообще не ожидал даже. Эл Стэтсап. Ой, какой хороший паук. Ой, спасибо тебе, прекрасный ты мой. Вот я взял Эл Стэтсап благодаря тебе. Я бы тебя расцеловал бы. Так. Так, попрошайки. И мало-мало монет. Что с этим делать? Что с этим надо делать? Ну, давайте бомбу потратим на автомат, который ничего не оказалось нормально. Ну и пошли бы. А в магазин-то что? В магазине нам ничего брать. Вообще не вариант. Вот когда не надо, попрошайки суют пачками. Хоть жопы жуй. Неприкольно. Ну чё, босс, я к тебе готов. Ой, нет, я к этому не готов. Так. Тихо. Блин, стервы. Летающие стервы. Нет. Почему-то у меня ассоциация с пылесосами летающими. Так, ну это сейчас сам себя изувечит. Я его трогать не буду. Я не знаю, то ли это баг, то ли это специально так придумано было.
Скорее всего, специальная фишка такая. Чё, хорош? Хорош. Так, еще один призрак остался. Давай, Каспер, иди сюда. Где ты? Вот так. Что это? HP up. Breakfast. Это лондонский чай, да? Нормально. О, какие красивые пещерки-то стали. Правда красивые, без троллинга. Приятно очень глазу. По-моему, было хуже. Не могу точно сказать. Но это прикольно. Прямо, знаете, вот у меня такое ощущение, словно я играю сейчас не в мод, а в оригинал. Это, наверное, странно. Но именно так и есть. Так, золотая комната в той стороне, что ли? О! Тихо. Так, гнусавые! Блин, со стороны может показаться, будто это не червячки, а ползающие самокрутки. Косячки. Они ползут и говорят, выкури меня! Выкури меня! На закате дня! Так. Паук. Ой, это что еще за тваря? Это новые монстры. Охренеть. О-хо-хо-хо-хо. Круто как. Так они мощные. Но его можно убить. Да, мы... Это еще и босс. Прикинь. Это еще и босс. Какие-то мертвые викинги. Не, это не мертвые викинги. Это мертвые викинги-головки. Вот. Это головки мертвых викингов. Нормально. Хороший, знатный мини-босс. Вот, прекрасно. Вот. Ну, давай. Ага. Молодцом. Теперь еще этого осталось. Завалить. Бум. Все. Че ты пердишь-то мне тут? Воняет же ведь. Сильно воняет. Осталось только спичку поднести, и все взорвалось бы. О, так, так. Пуповинутый. Пуподвинутый. Слышу, на своего братика нападает. Вообще ништяк. Нормально, нормально. Что-то когда он бежит, он мне петуха напоминает озлобленного. Не знаю почему. Так, я на тебя шаром тирс выпустил. Какого хрена вообще? Что за бред? Сейчас жму, тебя одна останется. Вот, вот, вот они спариваются. Мы им помогаем. Так, все. Иди отсюда. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Все. Шедевр. Радужный ребеночек. Я не помню, что он дает. Пускай будет. А вот этот червяк очень выгодный. Он наносит много-много урона. Вот так вот. Вылетает вперед. И кусает между ног. А там уже что оторвет, то оторвет. И опять они. Да вы что, издеваетесь, что ли? Я не понял. Что за садомаза комната такая? Это, блин, тваря. Это что, блин, как сюда без хп-то заходить? Ёлоп, иди отсюда. У тебя тут красненькие эти головки. Они уничтожаются сразу же. Хорошо, что у нас эти ореольные мухи. А то я бы тут, наверное, весь урон получил, как только можно. Ну. Давай, вот. Хорошо. Давай снова вылезай. О, красота. Ну, вот так. Челлендж ап, да пошли вы. В попусе этот челлендж засуньте. Понятно, откуда он. Это откуда он должен вылезти? Мы, кстати, карту открыли. Ваш кэп. А, что ж нам с уроном-то делать? С уроном-то все туго. Очень туго. Ой. Ой. Отдайте нам плиточку с шоколадом. Свойств, которые я не знаю. А может быть она полезная, а вдруг? М-м-м.
Magnet of Pain. Интересно. Что это за штука? Я не знаю. А, у нас слезы становятся магическими. Тихо. Ключи выдают пачками, они нам не нужны ни хера. Надо секретки сейчас открыть суперсекретками. Кстати, вот их кровавый понос, по-моему, ничего не делает такого. То есть абсолютно безопасен. Насколько может быть безопасен кровавый понос? Ну, ребятки, ну все, 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 заканчивайте эту прогулку. Один ты остался, последний из магикан. И то я его завалил. Нету там суперсекретки. Здесь? Здесь? Блин, это пипец вообще, что за... Здесь? Во, другое дело. Опа. И одна карта. Что-то мне это совсем не нравится. Целая армия тролль-бомб. Нахрен. И карта мне это не нравится, не доверяю я ей. Тролль-бомба. Тролль-бомба. Так, по-моему... Во. Кнопочку можно нажать на геймпаде. Правый стик. Правый стик и убирает карту, в общем. Неугодную. Нехорошую. Но, по-моему, эта карта к боссу телепортирует. Что я возьму ее обратно. Все. А мы в секретке еще не были, да? Замечательно. Оп. Я нашел пилер, оп! Больше скорость. Хорошо. Вполне приемлемо. Так, что у нас за босс? Ой, жирный Герди. Король пончиков всего мира. Давай. Давай, 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 кучка ты говна. Я вообще не знаю, может он похож, он ведь что-то мне напоминает однозначно. Иди ты, иди ты. Как будто куча говна жила и научилась плеваться. Это какой-то гротескный сюрреализм. Хоррор направление. Кыш. Ну, сейчас быстро его. Быстро-быстро, говорю. А? Еще как. Еще как завалим. Вообще. Ну-ка. Получайте. Все. Включай тебя, Герди. Герди, Перди. Перди, я тебя, наверное, Перди надо называть. Наверное, тоже пердишь, как и все остальные тут. Враги некоторые просто тихо пердят, а некоторые громко, как ведьманы. Аж сносят волной ветра. Правда, этот ветер ничего не имеет общего с обычным ветром, но все равно. Вот так. Мы были близко к шипам, но успели. Перейти на следующий уровень, и тут я нажимаю на карту. Пум! Почему-то я думал, что эта карта синенькая, она нормальная. Что черная карта это делает. Но не это. Я думал, что эта карта к боссу телепортирует. Почему? Блин, дерьмо. Ладно. Ладно. Я попробую еще раз. О! Прикольно, слушайте. Классный монстр. Кстати, красиво вписывается в антураж подвала. Оу. Где там золотая комната? Мы там все заберем, все, что только можно. Хорошие, хорошие вещи окажутся. В золотой комнате. Ух, монет сколько, а тут? А тут у нас экстра лайф. Что здесь? Полет.
У-у-у-у, берем. Да-да-да-да-да-да-да. Голова козла. Жалко, книжку еще взять нельзя. Ну и ладно. Ящик Пандоры. Вот так вот. Вообще. Просто супер-пупер. А любовь пауков. Генератор пилюль. Меньше удачи. В жопу этот генератор, короче. В жопу тебе, слышал? Вон там и оставайся. Так, у нас, по-моему, урон, да, у нас слегка повыше стал. На единичку всего. Что, куда побежал-то, слышь? Спортсмен, комсомолец. Еще две монетки. Дайте две монетки. Говорю, монетки дайте, не пилюли. Не слышит игра. Ай, стой. Стой. Это супер, ой, просто, да, вот секретка. Отлично. О, то, что я просил, спасибо. Спасибо. Я даже пойду ключик потрачу вместо того, чтобы пробивать бомбы. Вход. Так, по-любому берем. Каждый этаж половина белого сердца. Это открываем, не зря. Берем. И уничтожим мамочку там. Просто быстро. Легко. Оп. Еще один ключик. На следующий этаж, правда? Ну надо же, ведь надо же, чтобы это все было. Теперь надо найти супер секретку. Она, скорее всего, здесь. Ну, я же сказал. А, ну зашибись. Не люблю такие суперсекретки, в которых одни красные сердца. И вот обязательно, когда куча этих красных сердец, ни хрена нету автомата с донатом. Ой, автомата крови. Блин, этот подонок спамит все, слышь? Охренеть вообще, да вы издеваетесь. Как этого босса-то проходить надо нормально, не понимаю. Он очень сложный. Ай, ты падла! Пол сердца, да ты еще! Какая-то вообще... Какое-то безобразие. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.